Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального управления МВД России Красноярская выявили подпольный цех по производству алкогольной продукции. В одном из помещений автосервиса, расположенного в Советском районе города Красноярска, полицейские обнаружили полимерные канистры со спиртом, емкости со спиртосодержащей жидкостью объемом не менее 400 литров, а также готовую к реализации упакованную продукцию в коробках. Кроме того, в помещении находились пустые бутылки из-под водки, этикетки, пробки и другое оборудование, предназначенное для розлива алкогольной продукции. Сотрудниками полиции установлен 45-летний житель города Красноярска, который по предварительным данным является организатором незаконной деятельности. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские проводят опись и изъятие всей алкогольной продукции и оборудования, предназначенного для ее розлива. По данному факту сотрудниками полиции будет проведена проверка и принято процессуальное решение.